Видео называется «10 усилителей для хорошего фронта». Кто уже перепробовал много и хочет надежную мощность, хороший звук, стабильную работу, это Басварио. Это компактный двухканальный усилок, друзья. Что тут есть? Во-первых, размер почти с ладошку. Усилок ни разу не был в защите. Вывозил полностью фронт из 4/20, и это было очень кайфово. Здесь он 400/2, но это было неверно. И здесь он 500/2. Парам-парам-пам-пам. Теперь усилители Colt. Colt — это под бренд компании FSD. FSD — это более дорогой сегмент, Colt — это сегмент чуть попроще. А также для фронта можно использовать одноканальные широкополосные усилители. Ну что, дорогие автозвукеры, здорово всем, Уральскую пятерку. Вы находитесь в позитивном магазине автозвука. Вот, мы делаем, рассказываем про динамики, про все это дело. Вот я сейчас сам заряжен, потому что, блин, музыки в тачке нет, слушаю штатку, но очень жду, пока соберется. Сейчас внизу у нас идет настройка автомобиля, камрюху там делаем. Ну, короче, настройка фронта, вот если вы это слышите. Вот. Но сегодня речь пойдет о чем. Я вам постараюсь рассказать про те усилки, которые стоит выбрать на фронт. Которые есть у нас, которые есть в других магазинах. Ну, конечно, вы все приезжайте и заказывайте у нас. У нас реально покупать очень-очень весело. Мы выкладываемся на 150% и стараемся, чтобы вам очень понравилось. Ну, поехали. Здесь представлено, друзья, не все, вот, но хотелось бы озвучить кое-какие вещи, которые пришли недавно, только что, и чтобы примерно вам об этом немного донести, рассказать. Вот. Что здесь есть? Начнем, давайте, наверное, с топчика, да, с хендмейда, то есть это усилки даже без коробки. То есть кто уже перепробовал много и хочет надежную мощность, хороший звук, стабильную работу, это Басварио. Есть у ребят усилители 5500/2, но мы речь об этом не ведем. Это усилок Басварио 2002, что означает, что 2000 ватт на 2 канала в одном. Вот. Пойдемте его посмотрим. Это фронтовый усилок, друзья. Если вы собираете громкие двери с 4 парами динамиков, 5 пар динамиков, 3 пары динамиков, 2 пары, то это вещь, которую стоит рассмотреть. Это будет продукт, который есть мало у кого, он надежный очень, и от него очень классный звук, и, соответственно, вам он понравится. Как работает? Тут есть два терминала для плюса и минуса, тут два терминала, вам нужно будет в любом случае через дистрибьютор завести сюда кабель, просто напрямую с аккумы не пойдет. Но я думаю, кто собирает громкий фронт, у того, соответственно, есть и хорошая поддержка сабового звена. Так что по питанию так. Вот, соответственно, выход на одну сторону, на другую сторону. У нас кнопочка использования фильтра и вот эти фильтра. Вот и все. И у нас вход для межблока, друзья. Максимально просто, но очень качественно круто. Ценник усилителя 37500. 37500, 2000 в одном. Стабильная работа в одном. Это вот Басварио 2002. Кому такой взять? У кого 4 пары динамиков? Коммутируем параллельно в одном. Вот если хотите прям громко, классно. Причем смотрите, обратите внимание на размер. То есть мы сейчас другие варианты рассмотрим, но это очень компактный размер за такую мощу. Это ему огромный плюс. Вот. Дальше. Здесь я не собрал усилки 1,5/2 и прочие огромные плиты. Такие усилки были у Момо, есть они у ФСД, но пока вот пройдемся немножечко вот по таким вещам, я думаю, это будет интересно. Дальше. Теперь перейдем вот сюда. Этот усилок придуман давно, да, это, ну, грубо говоря, там немецкими инженерами, делан он в Бразилии, это бразильская схема техника, работа 1500 в одном на канал. Это компактный двухканальный усилок, друзья. Что тут есть? Во-первых, размер почти с ладошку, 1500. Я говорю, вот есть такие плиты, которые дают 1500 и требуют много питания. Здесь все намного проще. Что примечательно, при такой заявке усилитель потребляет, посмотрите, какого сечения кабель. Что говорит об эффективности усилителя, да? Выходы на первый и второй канал, соответственно. И у нас здесь что есть? Это вентилятор охлаждения усилителя, да? И фильтры. То есть тут есть у нас левел, то есть это передача, да? Увеличение, гейн так называемый, да? Это вход звука от магнитолы, да? Вход сигнала межблочным кабелем.
И у нас есть просто частотная настройка. Фильтр, он включается или высоких, или низких частот. Ну, его вряд ли кто-то будет использовать на SAP, так что мы будем использовать фильтр HPF. И если у вас вообще процессорная голова, вы ей все режете, то мы вообще ничего не используем. Он тоже стоит 35 тысяч рублей, но вы пишите нам в личку, на него можно сделать скидку. Это бразильский Ground Zero. Друзья, ну, размер специально SPL-ный вариант. Усилки были придуманы и сделаны давно, но сейчас они вот есть еще, поэтому стоит рассмотреть, выбрать. Я думаю, это будет очень крутое решение по питанию, здесь нет каких-то ограничений. Дальше пойдемте в эту сторону. Если у вас система попроще, одна из моих любимых связок — это две пары 20-х, две пары 25-х, может, да, то вот крутое решение — DST210 NABLA. Здесь у нас сейчас, кстати, усилки, я вам сейчас расскажу, в принципе, это линейка Custom 210 на 2, это усилок, который подойдет для двух пар любых, даже самых мощных 20-ток. У него 2 ома 320 ватт, ну, приблизительно делим на 2, получается 160 ватт на динамик. То есть любые динамики по 150 ватт мощности делаем параллельно в 2 ома и берем 210 на 2. Классный усилок, стоит 9300. Ценник очень даже приятно. Дальше. Здесь у нас линейка Sparta. Этот усилок конкретно мной проверенный. У меня два таких стояли. Больше года, кайф вообще. Вот в линейке Sparta есть усилки 300 на 2, 500 на 2. Это тоже хиты такого же размера. 300 на 2 еще меньше. Я их тоже рекомендую. Паша, ставь ссылку, ладно, про них. Расскажу про 300 на 2. Усилок 300 на 2 стоит 13 тысяч рублей. Просто сейчас их временно не закончились в магазине, когда мы снимаем видео, но они будут. Он легко работает в 1.33 Ома, даже можно использовать на 3 пары 20-х динамиков. За 13 тысяч рублей мощности у него 500 Вт в 2 Ома, делим на 3, по 150, по 200 Вт. В 1.33 он стабильно работает. Усилок Sparta 300 на 2. Дальше идет усилок Sparta 500 на 2. Это усилок, который работает 1500 Вт на один канал. То есть у нас 4 параллельных динамика, и на каждый 1500 делим на 4. Да, и получаем мы 750, там, 360, 380 Вт на канал. Sparta 1,5 на 2, 500 на 2, который называется, он стоит 23 тысячи рублей. Это тоже хиток. Это, грубо говоря, вот берем Ground Zero, у него 1,5 на 2, да, и берем Sparta, у него 1,5 на 2. То есть очень хороший D-класс, стабильный, надежный усилитель. Когда они начинают заканчиваться во всех магазинах, все их начинают быстро, тщательно искать. Поэтому если вы планируете, несколько таких усилителей ставить, я вам рекомендую их сразу покупать, потому что потом может быть дефицит. Ну и дальше расскажу еще про одну пушку, которая вот здесь находится. Это Sparta 250 на 4. Здесь в чем прикол? Здесь у нас четырехканальный усилитель, но мы его можем также использовать на 4 пары динамиков. Вон там стоят мои обшивки, которые я Руслану увезу в воскресенье и подарю их. А, тот Hyundai, который он купил, это будет мой подарок. Обшивки. Руслан купил Elantra, которая была у меня, да, синяя. Вот, он музыкант тоже, но у него пока нет финансов, как бы, собрать систему. Я решил, чтобы они у нас не стояли. Я не думаю, что найдется какая-то Elantra по России, чем не так, на которой они стояли, да, и их, допустим, купит. Поэтому, ну, принял такое решение ему подарить, вот просто презентовать, чтобы они у него были, а он в дальнейшем, я думаю, соберет крутой себе фронт. Может быть, и даже у нас. Вот. На 4 пары 20-х Sparta у меня стоял один четырехканальный 250 на 4, друзья. Здесь прикол в том, что он работал по 2 динамика на канал, была работа в 2 Ома, это был очень приятный звук, очень классный. Усилок ни разу не был в защите. Ни разу не был в защите, вывозил полностью фронт из 4 20-ток, и это было очень кайфово. Компактный размер, если вы хотите, допустим, вариант первый сделать так. Почему я так сделал? Потому что не было Sparta 500 на 2, и когда я его поставил, я, в принципе, потом и не менял. Я не пожалел, это было классно. Вариант второй, вы можете систему из 4 20-ток или из 3 пар 20-ток собрать немного по-разному. Как? Вы, например, берете даже 25-ку мидбас, вешаете поканально на усилок и берете две двадцахи серединок. Вам для такого фронта подойдет 250 на 4. То есть будет вообще трехполосная система. Ну и на рупора можно купить какой-нибудь двухканальник. Этого будет тоже достаточно. Универсальный усь, я его честно рекомендую. Кто собирает себе более-менее громкую систему и говорит, что для себя, что это мне не надо пиковую там супер пищалку, супер громкость, а я хочу приятный звук, причем открыть двери, и люди на улице будут тоже слышать приятный звук, то это классное решение. Пишите в личку, в группу, можете мне писать в личку, я вам расскажу, объясню, как его можно использовать. Но это реально, по мне, максимально классное решение. Вот. Дальше у нас здесь новинки. Вот.
от компании FSD, то есть все это на сайте есть, Паша ссылочки вставит, это усилители линейки Master. То есть в этой линейке D-класса есть усилки полторашки, 2 на полтора, а в данном случае мы берем усилители 1050 на 2, 700 на 2 и 400 на 2. Сейчас про три усилителя подробно расскажу. Давайте сейчас сначала по ценам озвучу. 19900, 14900 и 11900. Вот эти вот цены, те, которые в принципе приемлемы. Усилки по заявке на сайте производителя работают стабильно в одином. То есть, соответственно, два канала по 1000 ватт в одином работы, да, за 20 тысяч рублей. Это классная цена. Дальше, за 18 тысяч рублей 700 ватт в одином и 400 ватт в одином, это за 12 тысяч рублей. То есть здесь даже на такой усилок, то есть вот 400 ватт в одином, можем взять 4 любых пары, даже 500 ватт он в одином выдает по заявке. Вот тут просто данные вот, ну, приблизительно, видимо, написаны. Но смысл в чем, что данный усилитель за 12 тысяч, работая в одином, можно взять 4 пары динамиков для любого абсолютно бренда по 100 ватт номиналом и использовать данный усилитель. Здесь, сейчас мы одну коробку с вами распакуем. Кстати, во, нифига прикол. Смотри, Паш, самое это интересное. Это оказывается 500 на 2. Прикиньте, смотрите. Здесь он 400 на 2. Но это было неверно. И здесь он 500 на 2. Парам-парам-пам-пам. На нем что написано? На нем написано 400 на 2. Но если взять маркеры, можно сделать 500 на 2. Да нет, друзья, сильно не ругайтесь. Скажу так вот. Мы занимались разными брендами. Компания FSD показывает себя замечательно. То есть есть бренд Colt, сейчас мы к нему перейдем, да, а есть бренд FSD. Вот мы сколько полторах FSD продали, по ним нареканий честно нету. То есть усилитель себя абсолютно отрабатывает. Ну да, бывает нарекания вот в том же самом плане, да, то есть ребята сделали 400 на 2, ну даже здесь на картинке, да, но 500 он выдает в дома, видимо 400 он в 2, то есть 500 в одином. Ну вот решили вот наклейкой решить вопрос. Это нормально, ничего страшного. Главное, он свою функцию должен выполнять. Смотрите, два терминала по четверке, то есть два плеча, то есть нужно будет сюда и сюда силовой кабель подвести. А это первый и второй канал. Дальше здесь у нас есть вход и выход, также фильтра, фильтр высоких частот. Можно его использовать также, как, ну, как сабый усилитель, вряд ли, короче. Хотя вот здесь есть, типа, противофазу даже можно подключать. Но это усилок для фронта, будем так. И самое, что интересное, за эти деньги, сейчас я вам покажу, это, по мне, фишка, это штука, которую, в принципе, всем хочется использовать. Это регулятор подачи мощности, будем так называть, не баса. Он идет с температурным датчиком и идет с вольтметром сразу. Это вообще классно. Вы понимаете, и с лампочкой клипа в том числе, вы понимаете, в какой сейчас, как сказать, в каком сейчас состоянии ваша система. Вы можете все увидеть по вот этому датчику. Я, в принципе, прикольно сказал, в каком состоянии система. Да, потому что как клипуют, не клипуют эти все умные слова. В каком состоянии ваша система. Вот. Аналогично есть в усилителе 700 на 2 и аналогично есть усилители 1050 на 2, но здесь уже смотрите, терминал под более толстый кабель, под нулевку. Схема техника, выходы у них примерно одинаковые, датчики здесь такие же, просто за увеличенную мощность мы платим дополнительно деньги, да. Дальше, поехали. Теперь усилители Colt. Colt — это подбренд компании FSD. FSD — это более дорогой сегмент, Colt — это сегмент чуть попроще. Но пришли новиночки, я о них тоже хотел бы рассказать, потому что мы их сейчас продаем, уже ставим, зарекомендовали себя достаточно хорошо. Усилитель 2 на 300, ценник 7900 рублей. И усилитель у нас 2 на 220, он стоит 7300 рублей. Ссылочки с сайта мы вам ставим. Пока цены такие. Вот, рассказываю, в чем здесь суть. То есть эти усилки уже не работают в одином. То есть 300, это значит, что 300 ватт на 2 канала в 2 Ома. Вот, вот так выглядят усилители, смотрите. У них хорошее очень охлаждение. Входы под четверочка, сюда, я думаю, залезет. Выходы на акустику, вот они, право-лево. Вход, ну и так же есть фильтрация на усилителях. За эти деньги столько ватт на канал, это очень даже здорово. То есть в районе 8000 рублей, вот он вам решение. Но эти усилки я бы рекомендовал использовать на две пары динамиков. Две пары 16-х, две пары 20-х или две пары даже 25-х. В принципе, 300 ватт на две пары 25-х, это будет очень здорово. Дальше, давайте сейчас с вами пробежимся
Что мы не затронули, что у нас есть на сайте? Усилители линейки Dell Audio. Усилители 2 на 2000 за 25 тысяч рублей. Хороший усилитель, но он большой такой, нужно его использовать где-то. Но есть у нас уже несколько клиентов, кто этими усилками пользуется, зарекомендовали себя хорошо. Дальше. Усилители маленькие мы не берем, которые там 2 на 80, 2 на 70. Хотя они тоже очень круто используются, но мы сейчас говорим с вами об усилках для громких фронтов. Также скоро ожидаются усилки линейки Raven, то есть Dell Audio 2 на 750 и 2 вроде на 1000. Вот эти усилители тоже очень часто спрашивают, хотят их, ждут, поэтому как они появятся, мы привезем. Есть усилители линейки MAS от компании AMP. Есть вот линейка Pro, сейчас я вам покажу. Pro эта линейка выглядит вот так, это очень компактные усилки. Такие есть усилки 2 на 220. Это тоже одни из наших любимых усилителей, так как они очень маленькие, компактные, можно их разместить уже в более предпочтительных местах в автомобиле. Это мы под сиденье делаем. Ну, разные инсталлы, ребята уже в установочном центре, в зависимости от автомобиля, смотрят, куда разместить. Ценник у них в районе 9 тысяч рублей. Дальше, есть усилители линейки Апокалипсис 1800 на 2. Ну, есть у нас другие варианты, поэтому усилители там Апокалипсис мы особо не, как бы, ну, не продаем, не держим в наличии, по крайней мере. То есть, есть что другое предложить. Вот. Ну, в принципе, на сайте есть усилитель Russian Bass 1700 на 2, 27 тысяч рублей. Он появится весной, как говорят ребята, и будет стоить пока непонятно сколько. Возможно, немного подорожает. Ну и, в принципе, линейка Dynamic State Custom, друзья. Линейка Custom от компании Dynamic State. Здесь мы рассмотрели 210 на 2, но есть усилки 300 на 2, есть усилки 400 на 2 и 500 на 2. Это тоже здоровские усилки со стабильной работой в 1.33, но не по заявке, а по реальным вещам. То есть 400 на 2 стоит 13 тысяч рублей, 500 на 2 стоит 15-350. Вот, по факту, это тоже хорошие вещи, которые стоят к рассмотрению. Давайте, смотрите, здесь у нас еще не представлен усилитель от компании Pride 1.5 на 2, но сейчас они закончились, их нет. Это тоже топовый усилитель за 35 тысяч рублей. Очень крутой усилок, прям корейский, 150%. И усилитель 600 на 2. Вот, соответственно, эти вещи тоже существуют, они есть, их мы обязательно держим в наличии, когда они не заканчиваются, их можно тоже заказать. Сейчас, в принципе, зачем, допустим, вы посмотрели это видео, да, то есть некоторые ребята пишут классные комменты, говорят, блин, понятно, интересно, да, что-то стоит выбрать. В любом случае, если вы еще ничем не пользовались или только начинаете, я вам рекомендую писать в группу, нам в группу, в Инстаграм или звонить по телефону, или приезжать в гости. Здесь мы уже подробно узнаем о том, что вы хотите собрать, и максимально интересно подберем вам вот усилитель к вашей системе. Это делается так, потому что по видео понять, что вам взять, очень сложно, ну поверьте. Вот как бы здесь чисто я вам рассказал те вещи, которые надежны, которые продаем мы, которые мы уже устанавливали не раз, и знаем, что они работают, они доставляют радость, и у них отсутствует практически брак какой-то, потому что брак в усилителях такое тоже присутствует, и когда продаешь, допустим, 10 усилителей, из них 8 тебе приносят в ремонт, это говорит о том, что такой усилитель не стоит рекомендовать. Но у нас в магазине это все проверяется опытным путем, поэтому можете смело к нам обращаться, я думаю, вам понравится. Все, ребят, видео называется 10 усилителей для хорошего фронта, а мы вам желаем отличного настроения, позитива, бодрячка, нашу уральскую пятерочку, и ждем вас обязательно в гости в магазин Автокаста. Хорошего вечера, или дня, или ночи. Пока-пока-пока. Друзья, также для фронта можно использовать одноканальные широкополосные усилители, такие как Pride Concert. Но это в следующем видео. Так что сделаем специальный обзор про широкополосные усилители. Их тоже очень много. Они идут для тылов, для фронтов. Но об этом расскажу в следующем видосе. Так что ждите и смотрите. Пока-пока.